Добрый вечер. В эфире Вести Карачаево-Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Устойчивое производство, стратегия обновления. Глава республики принимает участие в промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. В Карачаево-Черкесии с размахом отметили День семьи, любви и верности. Наградили пары, которые уже много лет в браке, и поздравили молодоженов. Особенности информационного сопровождения избирательной кампании. В правительстве Карачаево-Черкесии прошел информационно-обучающий семинар. Алкогольную продукцию Росстат ставит на первое место в списке причин случайной смертности. Мотивы и последствия употребления в нашем сюжете. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в форуме «Иннопром», который уже 13-й год проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре страны. Главную стратегическую сессию форума «Устойчивое производство. Стратегия обновления» открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех, без исключения, критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. Подчеркну, наше будущее за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причем она должна быть конкурентоспособной, конечно, не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому правительство чуть более месяца назад утвердило концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений, таких как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, судо- и авиастроение. Среди других сфер создания газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий, лекарств. Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее 10, с гарантированным финансированием на весь срок реализации. Их выполнение также поможет становлению всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих. Ну и, соответственно, обеспечит максимальную независимость и самодостаточность нашей промышленности в целом. И сегодня же глава республики на полях промышленной выставки страны провел встречи с коллегами, губернаторами регионов, представителями крупных компаний и производств. По итогам был достигнут ряд договоренностей с целью дальнейшего развития промышленности в республике, эффективного использования существующих промышленных площадок в регионе. В рамках форума Рашид Темрезов встретился с президентом, председателем совета директоров компании акционерного общества группы «Синара» Михаилом Ходорковским. Карачаево-Черкесию и группу «Синара» связывают давние партнерские отношения. Компания стала первым частным инвестором, построившим в Архизе первые объекты гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, которые успешно функционируют. Компания намерена и дальше участвовать в развитии туризма в Карачаево-Черкесии, курорте Архиз. Рашид Темрезов выразил уверенность, что новый проект будет столь же качественно и эффективно реализован. День семьи, любви и верности. В зале торжеств республиканской столицы члены правительства Карачаево-Черкесии отметили знаками отличия «Образцовая семья» и медалями «За любовь и верность». 26 супружеских пар, проживших в крепком браке не один десяток лет. На торжественном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Семья остается той неприступной крепостью любви, которая заставляет биться сердца в унисон. В зале торжеств чествуют супружеские пары республики, которые прожили в теплоте и взаимопонимании десятки лет. Поздравил всех виновников торжества с праздником семьи, любви и верности заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что именно институт семьи остается хранительницей духовных и нравственных ценностей общества. Социальная поддержка семьи с детьми является приоритетным направлением работы всех органов власти. Об этом в ходе своего недавнего послания заявил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Борисович Темрезов. И эта позиция находит подтверждение в ощутимых результатах этой работы. Строятся социальные объекты,
совершенствуется база медицинских, образовательных, спортивных учреждений. После Джанибек Суинов вручил знаки отличия «Образцовая семья» и медали и грамоты за любовь и верность 26 семейным парам. Семья Мусакаевых живут в браке вот уже 53 года. Воспитали 3 детей и 5 внуков. Глава семьи Борис Бекирович поблагодарил за поздравления и в свою очередь отметил, что формула счастливой и крепкой семьи – это уважение друг друга и выполнение своих супружеских обязанностей. Будьте здоровы, воспитывайте подрастающее поколение. Мы должны быть примером для подрастающего поколения. Трудное время мы, наше поколение прожили, но тем не менее мы оставили в жизни хороший след. Это говорит о том, что мы эту школу, эти знания, полученные в жизни, должны передать подрастающему поколению. Завершилась торжественная церемония награждения праздничным концертом. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. 8 июля, День семьи, любви и верности, стал днем рождения 5 семейных пар. В Доме культуры Черкесска молодоженов с созданием семейного союза поздравил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев и депутат Думы Черкесска Султан Узденов. Свидетелем регистрации брака стала и съемочная группа «Вестей». Танец приглашения в исполнении пары кавказского танца открыло торжественное мероприятие. Крепкая гармоничная семья – главная ценность и опора общества и для 5 пар будущих молодоженов. Первыми в зал торжеств пригласили золотую пару семьи Ермошиных. Они прожили в браке 50 лет, сохраняя любовь и гармонию в доме. От имени главы республики поздравил всех виновников торжества мэр Черкесска Алексей Баскаев. Он подчеркнул, что именно на благополучии семей держатся наши культурные ценности. Многонациональная Карачаево-Черкесия, ее столица Черкесск, всегда славились дружными и гармоничными семьями. Особая наша гордость – многодетные родители и семьи, которых щедро дарят тепло и приемным детям. Связь поколений, уважение к старшим, защита материнства и детства являются основой российского общества. Поэтому крайне важно хранить и приумножать наши культурные традиции, трепетно относиться к родному очагу. Во время торжественной регистрации молодожены получили памятные подарки и награды от мэра республиканской столицы. Семья Ермошиных поздравили новобрачных, сделали мудрое наставление. Также поздравил виновников торжества депутат городской думы Султан Узденов. Наши старшие члены обладают мудростью, передают нам свой опыт и помогают принимать нам важные решения в жизни. Связь поколений укрепляет семью и сохраняет культуру наследия. Я хочу пожелать вам мира, любви и взаимопонимания. С приветственным словом выступил и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев. Он поздравил молодоженов и вручил памятный подарок и поздравительный адрес от руководителя фонда Анны Цивилевой, участнику специальной военной операции Александру Лапунову и его избраннице Анастасии Куничак, которые в этот день также скрепили супружеский союз. Чтобы у вас все было хорошо. Самое главное в жизни, я небольшой специалист в семейных отношениях, но это терпение. Будьте терпеливы друг к другу, и все у вас будет хорошо. Это основа. Терпение – это основа, потому что вы абсолютно разные люди, из разных семей, из разных обществ. Вот. Если у вас будет терпение друг к другу, у вас все будет хорошо. Нам приятно, что наше бракосочетание совпало с этим прекрасным праздником. И хотелось бы поблагодарить всех за поздравления, отметили виновники торжества. Честно сказать, даже очень неожиданно. Спасибо большое за такой теплый прием, за такое отношение теплое, за такую встречу. Спасибо людям, которые приехали, отложили свои дела, поздравить нас. Спасибо нашему мэру города. Спасибо всем, кто пришел. Очень приятно, очень рады. Торжественное мероприятие завершилось выходом молодых людей к своим гостям. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В
Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 19-24 выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 21-23 градусов тепла. В правительстве республики прошел информационно-обучающий семинар, организованный избирательной комиссией Карачаево-Черкесии. В нем участвовали представители избиркома, Роскомнадзора и СМИ республики. На мероприятии обсудили особенности информационного сопровождения федеральной избирательной кампании. Говорили о правовых основах проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. Рассмотрели вопросы о предоставлении эфирного времени и печатной площади на безвозмездной основе, а также порядок аккредитации журналистов для освещения выборов в день голосования на избирательных участках. Сотрудники избиркома подробно разъяснили требования федерального законодательства и ответили на интересующие вопросы. По данным Росстата, одной из главных причин фактов случайной смертности среди населения нашей страны занимает непосредственно алкоголь. При этом ряд других видов происшествий также вызван воздействием этого типа депрессанта. Минздрав России уделяет данному вопросу большое внимание и организовал с 10 по 16 июля профилактическую неделю, направленную на предотвращение случайной смертности. В теме разбирался наш корреспондент Артур Мкце. Профилактические ролики наглядно демонстрируют, на какой вред для организма способен алкоголь. Впрочем, это лишь часть айсберга, с которым сталкивается корабль под названием «Жизнь человека». Дальше у нас уже идут различные травмы, ДТП, суициды, утопления и так далее. Но так или иначе, конечно, мы все понимаем, что первое место алкоголь занимает недаром, потому что все остальные, так скажем, статистические данные, они говорят о том, что да, все это тоже связано с потреблением алкоголя непосредственно. Для Карачаева-Черкесии, конечно, ситуация тоже достаточно серьезно обстоящая, как и во всех регионах нашей страны. То есть в целом мы с вами можем сказать, что у нас около 3000 людей, состоящих у нас на учете, так или иначе, учетность связана с употреблением алкоголя. Немало автомобилистов нашей республики предпочитают садиться за руль, приняв изрядную долю спиртного, то ли для храбрости, то ли из-за отсутствия мозговой активности и понимания возможных последствий. Некоторые из них потом пытаются умчать подальше от назойливых полицейских, а после задержания ищут оправдания в сиюминутном помешательстве. Экспертами доказано влияние алкоголя на неадекватное восприятие действительности, агрессивное поведение и желание навредить себе или окружающим. Понимая серьезность проблемы, Минздрав России объявил неделю с 10 по 16 июля профилактической, направленной на предотвращение случайной смертности. Увы, алкоголь, он так влияет на головной мозг, на центральную нервную систему, что даже одна выпитая рюмка, она стоит, собственно говоря, концентрации внимания, да, теряется острота зрения, восприятие цветов, чувство реальности в принципе нет, да, то есть мы уже не можем себя контролировать. Плюс, конечно, у нас еще то, что касается алкоголя, смертность от контрафактного, да, алкоголя. Мы все знаем, что тоже вот была буквально недавно у нас довольно серьезная ситуация в нескольких регионах, да, когда люди отравились контрафактным алкоголем, в котором содержался непосредственно метиловый спирт. Каждый раз, приобретая алкоголь, человек так или иначе рискует. Причем высокая цена и наличие акцизных марок вовсе не гарантируют качество товара. А значит, велик риск угодить в лучшем случае на больничную койку, не говоря о более серьезных последствиях. А такие тоже имели место. Специалисты считают, что человек ищет в алкоголе способ расслабиться или возможность уйти от проблем. Однако это путь в никуда. А ведь подобному часто подвержены те, кто считается будущим нашей страны. Именно родители, именно семья больше всего оказывает воздействие на ребенка. И поэтому, конечно же, мы не будем убедительны, да, если мы будем употреблять алкогольную продукцию и рассказывать о том, что это вредно для своего ребенка. Поэтому в любом случае изначально нам нужно самим отказаться. Ну а для молодежи, конечно, самое главное – это искать другую альтернативу, да, искать какую-то замену, чем занять свое свободное время, как еще вообще расслабиться, кроме употребления алкоголя. Неудивительно, что именно употребление алкогольной продукции Росстат ставит на первое место в списке причин случайной смертности в нашей стране. И только осознав все риски и последствия, принимая меры профилактического характера, предлагая людям куда более полезные увлечения, появится возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.
Артур Мухце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Спортивные вести. Первая медаль в истории Карачаево-Черкесии на первенстве континента по греко-римской борьбе. Спортсмен из нашей республики Ислам Шанов стал победителем первенства Европы в Венгрии весовой категории до 44 килограммов. На пути к золоту Ислам одолел представителей Беларуси, Польши, Венгрии и Нидерландов, а в финале показал лучший результат в схватке с борцом из Грузии. Все поединки наш спортсмен завершил досрочно за явным преимуществом. Тренирует Ислама Шанова Теймураз Бабухадия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Сын». Всего доброго, до встречи.